Всем добрый день, очередной наш чемпионат и первенство Мурманской области по кюкусинкай. Двухдневных, вчера ката замечательно прошли. Мы отобрали, посмотрели лучших ребят для участия на северо-западе России. Сегодня у нас день кумите, пока идет все отлично, без замечаний. Главный судья Анна Качанова, три бригады судейских отлично работают. И у нас после какого-то перерыва мы снова посылаем свою сборную на чемпионаты первенства России уже, который будет в Москве через неделю. Поэтому эти соревнования очень важны для нас. И я думаю, что мы отберем лучших из лучших как для чемпионата первенства России, так и для северо-запада России, который в Петрозаводске будет очень скоро в апреле. Вот. И надеюсь, мы там, благодаря вот нашей организации, нашей организации соревнований, мы займем хорошие призовые и первые места. Путь настоящего бойца. Цени сюда. Вбивая в кровь руки, чтобы стать первым. Зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь, верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Вбивая в кровь руки, чтобы стать первым. Зная лишь одно, что твой путь еще не прерван. Ничего не боясь, верить и идти до конца. Вот он путь настоящего бойца. Драться до последнего, пусть двое сильнее противник. Не отступай, пусть даже на душе льют ливни. И не сдавай никогда, выйти на ринг смело и получить победу с честью, не предавая веру. Сжимая кулаки, страх внутри себя, оставляя за спиной ту боль, что нанесла судьба. Идет борьба, и ты в ней главный претендент. Не оглядывайся, назад теперь дороги нет. Не отступать, идти вперед, не замечая боль. Пусть идет из раны кровь, и пусть кто-то сыпет соль. Ты получил эту роль, выбрал счастливый билет. Тебе нести свой крест, и пусть кричат вслед те, кто не знает, те, кто не верит в тебя. Но пока есть силы, бесит себя не щадя. И ты поймешь, что значит жизнь для тех, кто идет до конца. Это и есть путь настоящего бойца.